Камила, возьми круассанчик. Ой, ты хотела сказать слойку. Ну, если это принципиальная какая-то разница, то да, возьми. Ну, конечно, есть разница, на мой взгляд. Круассан — это что-то такое возвышенное, легкое. Французская кухня, да. А слойка — это наше такое родное, российское, даже советское. Ну, хорошо, если это так важно, то да, бери слойку. Мне кажется, что здесь главное, что еда вся вкусная, разнообразная, она такая манящая нас. А уж название не столь важно. Согласна, но что примечательно, что похожие блюда есть у разных национальностей. По сути, это одно и то же блюдо, но форма, подача, состав и немножечко меняется. И, конечно же, названия разные. Да, но я тебе предлагаю не выбирать между панкейками и оладьями, между долмой и голубцами, а вот все это попробовать сегодня в нашей студии. Ой, мне нравится твоя идея. Ну что ж, в эфире дневное шоу «Канарейки» и тема нашего выпуска «Еда, я люблю тебя». Ну что, Камила, мы практически выполнили твою мечту, да. Позавтракали у Тиффани, так сказать. Да, и это отличное начало, ведь не зря говорят, что с хорошего завтрака начинается хороший день. Ну а в нашем случае хороший эфир, будем надеяться. Да, надеюсь. Ну что ж, если вы не знаете, все еще не знаете, что приготовить на завтрак, то наш следующий гость обязательно вам в этом поможет. У нас в гостях повар Юрий Тарасов. И сегодня мы будем с ним пробовать готовить, узнаем разницу между американскими панкейками и нашими родными оладьями. Юрий, здравствуйте. Что мы сегодня все-таки будем готовить? Оладьи или панкейки? Нет, оладьи. Почему? Потому что панкейки – это другая разновидность. Она отличается тремя вариантами. Панкейки более, в размере больше, чем оладьи. И в толщине они побольше. Ну и рецепты у них разные. Панкейки больше похожи на бисквит. А оладьи более на традиционные блинчики. А что проще готовить? Ну, так как я живу в России, наверное, для меня проще оладьи. Проще и роднее, да? Да. Ну что ж, предлагаю приступить. Ну, смотрите, мы уже все подготовили, пока вы разговаривали по теме. То есть это у нас идет на украшение, то есть мы можем предлагать, то есть кто-то любит со сливками, со сметаной, джемом, да, то есть мы будем об этом говорить. Идут в состав яйца, соль, сахар, соды немножко, ну и сахарная пудра по желанию посыпать сверху. И основа два варианта. Есть кефир, есть молоко. То есть это по желанию. Сегодня мы выбрали на кефире. Ну, давайте начнем. Давайте начнем готовить тесто. Давайте начнем. Наверное, все знают, как готовятся оладьи, да. Но почему-то всегда бывает очень интересно посмотреть, как это делает шеф-повар. Шеф-повар ресторана наш. Тем более, да. Так. Это не страшно. Ну вот, знаете, всегда бывает такая проблема у меня лично, когда я готовила, пробовала оладики, они получаются немножко такими... Воздушными? Не воздушными, наоборот, да. Наоборот. Ну почему? Может, вы пробовали без соды, погашение соды с уксусом? То есть это как бы идет, немножко расщепляет и дает, как сказать правильно, воздушность оладьи. А я еще где-то прочитала, что есть такое, какой-то специальный порошочек. Кондитерский он называется? Ну, я ими не пользуюсь, а, если честно, пользуюсь только натуральными продуктами. Правильно, да. Мы с вами здесь солидарны полностью. Эти перситочки, да. Конечно, сейчас. Ну, вы знаете, панкейки – это такой вот особенный завтрак, да? Американцы очень любят, ну, насколько я знаю. И очень важная составляющая панкейков – это кленовый сироп, который очень популярен, распространен в США и в Канаде. Но не у нас, и да? Не одни панкейки. Вот это главное, очень важно, чтобы был вот этот кленовый сироп. Ну, кстати, я знаю, что у нас это не так просто найти, этот сироп, да. На самом деле. И, может интересно быть, поэтому у нас не так популярны панкейки. Да, поэтому у нас родные оладики, которые можно сочетать с чем угодно. Да, со сгущенкой, со сметаной, с родным вареньем, да, из каких-нибудь ягод, и, которые сейчас так, очень ну давайте активны. Приступим. Одно яичко берем. Давайте. Так, да. И разбиваем. Неважно, да, в какой посуде мы это делаем? Да, ну, выбирает каждый повар себе, то есть домохозяйка привыкла в чем-то, повар себе в чем-то, то есть в чем-то своем любимом. Да. Я, то есть, на глаз всегда делаю, как бы, кто люди много работают и либо готовят дома, да, они уже не придерживаются рецепта традиционного, они все делают на глаз, то есть. Ну, давайте мы будем тоже подглядывать, сколько вы берете на глаз. Одна треть, да, столовой ложки получается? Да. Грамм 40 где-то сахара.
Это вы все перемешиваете сначала. А еще, насколько я знаю, оладьи более жирные, да? То есть там используется много масла, в отличие от панкейков. Панкейки абсолютно бывают на сухой сковороде их жарят. На сухой сковороде они делаются, все верно. Потом мы добавляем немножко кефира, да. А можно ли делать на молоке? Можно, то же самое делается, просто мы как-то в сети супермаркетов наш работаем на кефире. Мы так привыкли уже, и нашим покупателям это очень нравится. Ну, почему-то, я не знаю, почему у меня бывает больше ощущение, когда оладьи на молоке, они чем-то похожи на блины по вкусу. Ну, может быть, да. Мы немножко берем всегда соды. Так, я положу пока секундочку. И гасим ее уксусом, чтобы она расщепилась. Если ее просто без уксуса сделать, то реакции никакой не будет. Но всегда возникает страх того, что вкус соды будет потом чувствоваться. Ну, мы сейчас приготовим, попробуем. Хорошо. Но если погасить в уксусе, то вкус не такой явный, да, бывает? Да. Так, нам нужна сковородочка, я так думаю. Да. Да, если вы подадите, я буду рад. Давай, помогу тебе. Можем уже ее поставить, да? Ну, в принципе, да. Я думаю, что пока мы готовим тесто для оладиков, я предлагаю посмотреть небольшой эксперимент. Да? Какой может быть идеальный завтрак? Его подготовила наша неутомимая Мадина Русланова. Давайте посмотрим, что у нее получилось. Всем известно выражение «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Так какой же он идеальный завтрак? Существует три категории людей. Первые вообще ничего не едят на завтрак. Роксан, ты чем сегодня завтракала? Я не очень люблю завтракать. Стакан воды, как мне кажется, достаточно, чтобы утолить голод. День первый пробую также. На завтрак только стакан воды. Я приехала на работу. Прошел уже час, как я дома утром выпила стакан воды. Чувствую уже голод, причем достаточно сильно, хочется поесть чего-то плотного, и небольшая такая раздражительность есть, но пока я не знаю, связано это ли с тем, что я не позавтракала, либо просто так совпало. Посмотрим в течение дня. Первая половина дня уж точно не задалась, и не по плану пошло все. Вообще сегодня не работается, никак не могу дописать свой текст. На часах 11:30, а мысли только о еде. Поэтому в ход идет запрещенка. Все потому, что те, кто привык игнорировать завтрак, часто переедают за ужином, перекусывают, не дождавшись обеда, и просто больше едят в течение дня. Поэтому лучше следовать обратной системе и завтракать плотно. Ну, завтракать полезно, поэтому чаще всего варю себе кашу, добавляю обычно туда сухофрукты или какие-нибудь свежие ягоды. Также можно сварить себе яйцо в смятку или вкрутую со сметанкой. День второй. Овсяная каша, вареное яйцо и сыр. Правильные углеводы, белок и жиры. Полный набор необходимых макронутриентов. После моего сегодняшнего плотного и сытного завтрака появились силы пройтись до работы пешком. Чувствую энергию, чувствую хорошее настроение. Посмотрим, как будет дальше. А дальше все пошло как по маслу. Успела массу дел, продуктивно поработала. Сходила в магазин за покупками и даже не забыла выкинуть мусор. Чувство голода дало о себе знать только часов через 5. Ин, ты чем обычно завтракаешь? Ну, я очень люблю на завтрак что-нибудь мучное. Это синские пироги, оладики, блинчики. Грешу я этим, признаюсь. День номер 3 начался именно с такого калорийного завтрака. С утра энергии было хоть отбавляй. Несмотря на то, что позавтракала я утром достаточно плотно и чувствовала себя бодро, прошло пару часов, и я жутко хочу спать. Поэтому решила выпить чашечку кофе. Все дело в том, что организм тратит много сил на переваривание еды. К тому же насыщение быстрыми углеводами проходит быстро, и вскоре после такого завтрака вам непременно захочется что-то съесть. К вечеру я немного раскачалась, появились силы и желание что-то делать. Вывод – прекрасное самочувствие и больше всего энергии было во второй день. И это неудивительно, ведь завтрак, состоящий из белков, жиров и углеводов, считается самым правильным и полезным. Приятного аппетита!
Ну что ж, у нас здесь уже вовсю идет подготовка. Уже мы заливаем масло. Вот да. Скоро прям будут здесь жариться пышные, сочные оладьи. А давайте для наших телезрителей расскажем вкратце, что мы сделали, пока они нас не видели. Ну, мы добавили муку, мы перемешали. Стараемся перемешивать так, чтобы не было комочков. Ну, так как у нас прямой эфир, поэтому времени мы мало. Чуть-чуть делаем мало времени. Да, так обычно мы даем тесту настояться, чтобы мука растворилась, не было ни одного комочка, чтобы оладушки были нежные, вкусные. Ну и наши покупатели сети супермаркетов наш были оставались довольны всегда. Замечательно. А, Юрий, вы расскажите нам еще, как вам кажется, вот какие еще вариации завтраков есть? Вот мы попробовали, да, несколько вариантов, наша коллега попробовала. Вот оладики, да? Да. И что вы еще посоветуете? Что такое может быть? Я как шеф-повар сытное? Вам посоветую, как обычно, мы и привыкли к этому, да. Это йогурты. Но йогурты нужно покупать такие, которые чтобы без добавления были химикатов, красители. То есть надо читать на упаковочке. Почему? Потому что красители и подсластители они мешают организму работать правильно. Есть еще несколько вариантов, которые я люблю это, и даю своим детям. Это каши по утрам. Несколько раз в неделю давать каши зерновые. Это крупы, гречка, овсянка. Они способствуют улучшению организма перерабатывать, и ребенок бывает более активный до обеда. Да, то есть вот ему на больше хватает энергии. Да, ребенку всегда энергии. Сложно, в принципе, наверное, как и мне, даже мне взрослому. Так же можно по утрам. Не хочется кушать кашу, есть кашу. Может быть, как-то ее можно, знаете, интересно преподнести или добавить, наверное, какое-нибудь варенье, что-то, чтобы было приятнее. Ну, это уже сладкоежки, которые любят, могут добавить себе меду ложечку, допустим, или джема добавить ложечку, или фруктов свежих добавить. Можно также приготовить бутерброды на утро или мусли. Ну, бутерброды не такие, которые мы привыкли, там много масла, сыра. А сделать более проще. Цельнозернового хлеба приготовить себе с отварной куриной грудкой. Она насыщена белком, очень способствует организму также. Сделать мусли тоже, которые несколько раз. Ну, естественно, приготовить раз в неделю себя побаловать оладушками, которые мы сейчас и будем готовить. Почему бы и нет, да? Да, которые в сети, супермаркет наш. Можно будет нам всем приобрести. Каждое утро готовим. Готовые, даже если вам будет лень вдруг готовить что-то с утра, можно прийти в супермаркет ну, так и наш не и найти дома, замечательные пышные нас. Оладики. Я думаю, эти оладики, в принципе, могут заслужить какую-нибудь звезду Мишлен. О, да. Сейчас мы попробуем и решим. Да, узнаем. Угу. Вот пока наш шеф-повар готовит, я предлагаю узнать поподробнее, что это за звезды Мишлен, да? Кому их дают? И вообще, кто они лучшие повара мира? И расскажет нам об этом неутомимое Мадина Хуцистова, которая успела провести эксперимент про завтраки, и вот уже пришла к нам в студию, чтобы поделиться с нами информацией. Здравствуй. Здравствуй, Мадина. Девочки. Привет. Да, сегодня я вам расскажу об истории знаменитых мишленовских звезд. Наверное, мало кто знает, что у истоков знаменитой классификации звездной стоял справочник для автомобилистов. Издатель компания по производству авторезин называлась «Мишлен», и они просто внесли туда рестораны, как закусочные, где можно просто было бы перекусить по дороге. Да, вот казалось бы. Постепенно сами рестораны стали основным содержанием гида, а вот сам справочник стал лучшим авторитетным источником информации о самых звездных и крутых ресторанах. И сейчас получить звезду Мишлен – это, наверное, высочайшая награда для повара любого ресторатора Европы. Наверное, хочется сказать о том, что одну звезду Мишлен присуждают, если ресторан просто хороший, отличный, там можно вкусно поесть. Две звезды Мишлен, если у ресторана имеется авторская кухня, и там готовят шеф-повара знаменитые. А если три звезды Мишлен, то это рестораны с просто какой-то невероятной авторской кухней от топовых шеф-поваров. И они, конечно же, эти рестораны достойны того, чтобы в этот город ради них стоило приехать и специально посетить рестораны. Критерии, по которым оцениваются заведения, до сих пор держатся в строжайшей тайне. Да. Об этом никому мы никогда не узнаем, да? Да, об этом не разглашается. Если не получим звезду Мишлен. Да, об этом даже не разглашается. Но известно, что основные факторы при присуждении звезд – это, во-первых, качество блюд, интерьер, цены заведения, атмосфера, обслуживание. И вот это, наверное, основные факторы, по которым конечно, присуждаются. Да. И неудивительно, что Франция рекордсмен по ресторанам со звездами. Да, тут и нас действительно не удивило. Да, 620 ресторанов там имеют мишленовские звезды. А вот второй
по числу звезд Мишлен, это страна Испания. И сегодня я вам хочу рассказать об этакой мадемуазель Шанель в гастрономическом прочтении. Зовут ее Карма Рускаеда. Это самая титулованная женщина в Испании. Среди испанских женщин-поваров она единственная имеет 3 звезды Мишлен. Надо же, то есть это женщина, у которой... целых 3, да, то есть максимальное количество. Ну, сейчас, на данный момент, у нее уже 7 звезд Мишлен, она работает 30 лет, а начинала она очень просто. У нее была мясная лавка, где она готовила блюда на вынос. Позже она поставила туда пару столиков, стульчики и сделала небольшой ресторан. Позже она открыла уже такой большой ресторан, который называется Сент-Пау, и в 2006 году получила свои первые заветные 3 звезды Мишлена. Теперь у нее сеть ресторанов по всему миру и, как я уже сказала, 7 мишленовских звезд. Да. В России, к сожалению, нет ресторанов со звездами Мишлен, но единственный российский шеф-повар, который был упомянут в знаменитом гиде, это Анатолий Ком, который получил звезду за свой собственный ресторан, в котором он являлся и хозяином, и шеф-поваром, параллельно Грин, он находится в Женеве. И после этого его внесли в список 100 лучших поваров мира и в список самых лучших иностранных поваров. После этого с полной уверенностью в своих силах он прилетел в Москву и переименовал свой московский ресторан «Грин» в именной ресторан, который называется «Анатолий Ком». Да, также один из первых он представил москвичам удивительную молекулярную кухню. До этого никто этого не делал. И вот так вот оригинально он подает блюда русской кухни. Можно попробовать в его ресторане. Раньше он назывался «Варвары», сейчас он называется «Русские сезоны». Такие блюда, как, например, мороженое из оливье. Так, надо же. Да. Жидкие капли бородинского хлеба и прозрачные пельмени с розово-зелеными начинками различными. Да, вот так оригинально. Звучит ужасно, да. Неаппетитно, но интересно попробовать. Да, но люди говорят, что было достаточно вкусно так, в тот момент. Так, и кто же у нас следующий повар? Это всеми известный ресторатор Да, ведущий телевизионного шоу «Адская кухня», он нам всем знаком, Гордон Рамзи. Вообще, он не планировал никогда связывать свою жизнь с кулинарией. С 11 лет он занимался футболом, но после травмы он поставил крест на спортивной карьере и поступил в технический колледж, закончил факультет ресторанного бизнеса и впервые устроился работать поваром в какое-то заведение. Дальше, конечно же, он сменил много заведений, во многих возглавлял кухню, был шеф-поваром, и, к сожалению, карьера его, ну, к сожалению, или, к счастью, неизвестно, в 98 году закончилась карьера шеф-повара, и он стал ресторатором. То есть он стал открывать заведения, стал предпринимателем, открыл свое первое заведение именно Гордон Рамзи, которое называется. Сейчас это заведение находится в Челси и имеет 3 мишленовские звезды. За пределами Британии он открыл 16 ресторанов и 3 паба. И заведения талантливого шеф-повара сейчас имеют ни много ни мало 16 мишленовских звезд. И попробовать блюдо мэтра можно в Париже, Токио, Нью-Йорке, Сингапуре, то есть практически по всему миру. Следующий, о ком я вам хочу, девочки, рассказать, это знаменитый Ален Дюкас, тоже, наверное, известный многим. В 16 лет он стал учеником ресторанного бизнеса в Бордо, там он учился кулинарному ремеслу и затем работал также в различных заведениях Франции, учился у лучших шефов Парижа. И все это принесло колоссальный успех. Ему впервые должность шеф-повара он занял в ресторане «Ла Мадьер», и уже спустя 4 года этот ресторан был награжден 2 мишленовскими звездами «Красного гида». Когда Дюкасу было всего 33 года, он возглавил свой следующий ресторан, в который его пригласили работать. Он находился в Монте-Карло, и спустя несколько лет безупречная подготовка его как шеф-повара помогла ресторану получить 3 заветные мишленовские звезды. И тем самым после этого какой-то колоссальный успех его преследовал. Все заведения, в которых он работал, получали звезды, и он не планирует на этом оставаться и останавливаться. Да, его заведения растянулись от Токио до Лас-Вегаса, то есть по всему миру они открываются и пользуются большим спросом и успехом. И, наверное, самый необычный обладатель мишленовских звезд – это Чан Хон Мэн. Это простой торговец из Сингапура. Кто бы мог подумать, он за
занимается приготовлением еды 35 лет. У него есть в Сингапуре своя палатка небольшая, где он готовит рис с курицей и каким-то фирменным сырным соусом. Он занимается этим очень давно. Пришел в поварское искусство из-за того, что нужно было помогать в детстве родителям. И он решил именно вот этим способом зарабатывать деньги. Да. Когда он был мальчишка, своего наставника, он узнал о том, что такое получить мишленовскую звезду, и с тех пор мечтал ею обладать, но никогда не мог подумать о том, что у него это получится, ведь у него всего лишь простая палатка где-то на окраине Сингапура. Сейчас желающих отведать знаменитую лапшу, знаменитый рис, который он готовит, выстраиваются в очередь, и очень их много на данный момент. И можно сказать о том, что это, наверное, самый удивительный обладатель мишленовских звезд. Вот, в общем-то, да. Как-то так. Да. Очень интересно. Вот кто бы мог подумать, да, что такой, в принципе, простой повар, да, с палаткой. Может, ничем не примечательный, мишлен, скажем так. Да, это очень интересно. Звезды, получается, что да. Все, у всех у нас, в принципе, есть шанс, если мы будем стараться. Я думаю, да. Что... Ну, у меня вряд ли, сразу скажу. Ты себя недооцениваешь, мне кажется. Я уверена, что наш шеф-повар Юрий Тарасов тоже обязательно сможет получить эти замечательные звезды. Он пока нам готовит вкусный завтрак. Ну, спасибо тебе большое, Мадина, что ты к нам сегодня пришла. Очень интересная спасибо информация. Вам, наконец-то большое. Мы с тобой, Камила, смогли узнать, что же такое звезды Мишлен. И откуда вообще это название пошло. Ну, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, а после мы обязательно вернемся и попробуем с вами замечательные вкусные оладики. Какой русский не любит пельмени? Пожалуй, таких просто не найти. Шарик, фарша, завернутый в тесто, да? Вот кажется, что может быть проще? Пельмени мы давно включили в список исконно русской еды наравне с блинами. Но семейство их очень многочисленно. Практически в каждой кулинарной традиции есть блюдо, которое можно считать братом, дядей или внучатым племянником пельменей. Разница может быть в начинке, тесте, форме и способе приготовления. И сегодня мы слепим традиционные русские пельмени, и поможет нам в этом член Национального общества «Русь» Эвелина Бондарева. Эвелина, здравствуйте. Здравствуйте, Эвелина. Эвелина, ну скажите нам, настоящие русские пельмени, да, вот в чем их особенность? В способе лепки или во вкусе? Вот как отличить их от японских каких-нибудь, да? Вот да. Что, как вам кажется? Ну, на самом деле, конкретно русских пельменей нет. Есть украинские вареники. То есть начинка там настолько разнообразна, так как Украина славится творческими, талантливыми людьми, то есть они к начинке подошли очень оригинально. Там, начиная от клюквы, вишни, листовки, И сладкие, то есть заканчивая всякими там мясными начинками, то есть это может быть куриное мясо, то есть там разнообразные начинки. На любой вкус, да? Да, самая оригинальная начинка – это сало, тонко нарезают, жарят его, и вот, до такой корки золотой достают это сало, и вот в кипящее масло постепенно засыпают муку. И вот до однородной массы все это размешивают, и остывшую массу используют как начинку. И тесто для вареников украинских делают на простокваше и сыворотке, то есть тогда они получаются нежные, это вот, секрет такой у них есть, Понятно. Все мы знаем, в принципе, такое выражение, что уральские пельмени, да, они тоже очень популярны, известны во всем мире, и мы их все любим и с удовольствием едим. Что ж, мы сегодня будем, я так понимаю, готовить вареники с картофелем, да? Да, у нас начинка будет картофельная. Тесто делается очень просто. Сначала мы засыпаем муку. Нет, заливаем. Если нету простоквашины, мы можем заменить это кефиром обычным. Заливаем кефир, кладем туда 2 яйца, примерно так на глаз. Потом, у нас идет соль. После соли мы засыпаем соду, но не гасим ее. То есть там буквально на кончике ложечки это все делается. И после этого у нас уже идет мы перемешиваем все и засыпаем муку. Тесто должно быть нежное, в принципе, как на все пельмени, варенички, там особых секретов нету. Воздушненькое такое, приятное на ощупь. Да. Так, у нас есть специальная формочка, чтобы она была удобна, и наши кружочки не отличались друг от друга. Вот так вырезаем, кружочки.
Вот. Смотрите, вот есть разные методы лепки. Вот вареники, да, это вот такая что-то, вот здесь у нас такие получается красивая бахрома, так скажем. Угу. Пельмени мы привыкли вот так здесь сворачивать. Вот самое красивое и удобное, какой способ лепки? Закручивание. Закручивание. Да, это вот сейчас. Какие сейчас вот, здесь лежат, да? Вот как здесь лежат. Чтобы вот эти есть, кончики, да. Они были красивыми, потому что когда и я нежные, их пытаюсь да? лепить, они бывают не совсем красивыми. И поэтому мне проще их сделать как пельмешки, так знаете, сразу. Но зато у пельмешек многие не любят вот эту верхнюю часть теста. А здесь безотходное производство, мне кажется. Ты путаешь сейчас пельмешки с хинкалями. Нет, пельмешки потому что у пельмешек не бывает такой какой-то верхней части. А, да, путаю с хинкалями, ты права. А вот вы знаете, что в Удмуртии вообще пельмени считают исконно удмуртским блюдом. Поэтому устраивают даже праздник, день пельменей. И вот в Ижевске стоит памятник. Это пельмень на вилке. Вот до такой степени в Удмуртии любят это блюдо замечательное. Да, очень интересно. Так. Вот, значит, мы делаем вот такое, как в форме полумесяца. Так, и теперь у нас кончики, начинается... да, вот так прям расправляем. Ага. И вот так как бы закручиваем их. А, вот в чем секрет. То есть я останавливалась на том, что делала вот просто. Слепила. И вот так вот, получается, указательным пальцем мы закручиваем и большим прижимаем. Ну, то есть там тесто, если тоньше, там оно должно быть прямо на кончике тонкое-тонкое, тогда оно вот получается вот как закрученное, и оно как подсушивается. А как сделать так, чтобы они не рвались в процессе варки? Есть какие-то тонкости и секреты приготовления? При лепке, вот когда мы краешек заклеиваем, там есть один секрет, можно края яйцом намазать, чтобы они не расклеивались. Тогда оно будет моментально, ну, при варке схватываться. Вот, и не будет расклеиваться. Но я как начинающий пельмени, кулинар, да. Я даже не знаю, как назвать это все можно. Да, у меня... Пельмени леп, ты хотела сказать? Да, но у меня даже, как бы я очень люблю русскую кухню, и у меня есть свои блюда, которые я вот, всякие запеканки, самое фирменное у меня это блины. Так, ну расскажите нам вообще, вот как вам кажется, самые главные блюда русской кухни? Что это? Ну, конкретно русская. И вот борщ, это опять-таки, украинская, если вернемся, да? К Украине, да, да, то есть борщ с пампушками, это... С клетками какими-то. Да, 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 я когда была там у них, уезжала к ним туда, приезжала, я очень сразу, мы зашли в ресторан, и я заказала себе борщ, но он, конечно, он очень отличается от нашего, даже который мы здесь. Правда? Чем, например? У них там, они добавляют туда, вот он именно на сале у них, и из-за этого очень вкус. Секретный ингредиент. Секретный ингредиент вообще всей украинской кухни, мне кажется, это сало, которое можно везде добавить и всегда придаст это удивительный вкус. Так как на хозяйстве всегда были свинюшки, масло, естественно, это надо куда-то использовать, а ну, сливочное масло это было роскошь. Okay. Ну, соответственно, они использовали. Нашли применение. Знаете, это такой тоже еще успокаивающий этот процесс какой-то, мне кажется. Можно так вечером сесть всей семьей, и вот лепить пельмешки, варенички, да? Это мне кажется, Эвелина даже не нервничает. Да, сейчас такое не пишет, потому что руки заняты. Ну, как вам кажется, еще что? Вот блинчики, да, у нас есть в России популярные очень. Что же еще можно назвать таким русским или украинским, да, восточным? Европейским блюдом. Я думаю, это еще русский пирог с мясом. Вот, да, каравай еще, в принципе. Да, каравай, да, без которого не обходится ни одно свадебное мероприятие. То есть жениха с невестой встречают с караваем. Это, ну, то есть это как, не знаю, как три пирога у нас в Осетии, да. Да, то есть там это все. В принципе, главное в русской кухне, мне кажется, это его разнообразие. Вот такое много еды, она вкусная, да, ее всегда не жалко. Мы готовим на всех гостей, никогда, ну, нигде у нас недостатка не будет. Мне кажется, это душа русская. Щедрость. Да, с которой всегда мы готовим. Ну, вот у нас получились такие замечательные варенички. Вот у нас есть вот готовые, есть, да. Которые мы с Камилой, я думаю, в перерыве где-нибудь попробуем. Да. Эвелина, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли, поделились с нами вот такими тонкостями приготовления русских вареничков. Мы будем ждать обязательно вас в гости, потому что вот таким гостям мы всегда рады, которые приходят не с пустыми руками. Камила, где же наш этот фотоаппарат? Нам надо с тобой сфотографировать и выложить в Инстаграм обязательно, потому что сейчас это самое популярное направление, мне кажется. А еще я хотела добавить то, что чтобы внести вот максимальное настроение, значит, украинское, спеть? Да, можно спеть, значит, у нас. Давайте. Да. Вы готовы?
Да, я могу, значит, спеть песню «Распрягай ты, хлопцы, кони». Ой, давайте, это будет замечательно. Распрягай ты, хлопцы, кони, та и лягай ты спочивать, а я пойду в сад зеленый, сад криниченьку копать. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, саду ягоди рвала. Вот так. Вот она, русская Браво. Душа, которая это поет, точно. Всегда весела, да. И вот столько тепла в ней. Спасибо вам большое, вам. Вы нам подарили, вам мне спасибо. Кажется, огромную радость. Ну, я думаю, Камила, атмосферу. Давай, выкладывай в Инстаграм это замечательное видео. Кстати, ты знаешь, что у меня самое популярное в Инстаграме? Давай вот сейчас посмотрим сюжет. А вот интересно в таком направлении, это называется флуд-блогинг. А, давай. Так, а потом мы с тобой обязательно поговорим о самом популярном давай. Направлении. Клей ПВА, моторное масло и сахарная пудра. Что общего между этими вещами? Покажется странным, но это ингредиенты для приготовления еды. Нет, не для потребления в пищу, а для съемки. Речь идет о фуд-стилистике, детище кулинарии и фотографии. Фуд-стилист создает еду не для желудка, а для глаз. Благодаря мейкапу продукт смотрится выгоднее и презентабельнее. Каждый эксперимент с едой для фотографа – огромный риск. Один неверный шаг, и блюдо безнадежно испорчено. Фуд-фотографии – это искусство, требующее жертв. Для аппетитного кадра стилисты изощряются кто на что гораст. Моторное масло и лак для волос. В повседневной жизни вещи абсолютно несовместимы, но именно они помогают юному начинающему фуд-стилисту придать еде аппетитный внешний вид. Молодой фотограф Чермен Цалагов – один из первых в Северной Осетии начал профессионально заниматься фуд-стилистикой. Сначала относился с недоверием, затем понял – это не только модно, но и очень интересно. Каждая его съемка как в первый раз. Чтобы еда выглядела вкусно и сочно, Чермену приходится искать и придумывать все более и более странные идеи. Специально для программы «Канарейки» Чермен согласился продемонстрировать, как проходит подготовка к съемке и что получается на выходе. Повар приготовил нам блюдо, теперь нам надо его украсить для фотосессии. Для этого нам понадобится машинное масло и сахарная пудра. Вы когда-нибудь пробовали сырники с моторным маслом? Вкус омерзительный, но для фотографии то, что надо. Сырники с клубникой и моторным маслом под сахарной пудрой готовы. Можно начинать съемку. А вот сэндвичи под ПВА. В этом случае клей не только выполняет функцию соуса, но и склеивает составляющие бутерброда, чтобы тот не развалился. И снова, для пущего эффекта Чермен использует моторное масло, чтобы придать картошке фри сочности. От действий нашего фотографа работники ресторана приходят в ужас. Последнее на сегодня – салат «Цезарь». Добавляем воду. Ее капли выгодно смотрятся на листьях салата и помидорах, а клей ПВА вновь выступает в качестве соуса. В какой-то степени фуд-стилистика – это иллюзия, обман зрения. Но в наш век рекламы и маркетинга, когда на рынке идет война за каждого потребителя, все средства хороши. Валерия Гресева, Диана Кабалоти, Осетия Рыштон. Ну что, как я уже и говорила, самое популярное блюдо в моей ленте. Так. Конечно же, это хинкали и хачапури. Да. Грузинская кухня, мне кажется, сейчас переживает какой-то бум просто своей популярности. Да. И вот в чем секрет успеха, нам расскажет управляющая грузинским рестораном Наира Джоева. Здравствуйте, которая Наира. Пришла к нам тоже не с пустыми руками, да. Вот с такими аппетитными хинкалями. Которые очень, в принципе, нам всем напоминают, да, вот какие-то пельмешки, варенички, да, какие-то японские. Ну, сходство есть, согласитесь, да? Легкое сходство есть, но да. В чем теперь особенность? Теперь давайте говорите, да. Почему не похоже, как вам кажется? Чем отличается? Сходство в них только одно, это то, что оба с тестом и с мясом. Это главное сходство, знаете? А так, по вкусу они совсем разные, конечно. А в чем же секрет тогда хинкали? Ну, я думаю, что хинкали – это самое такое коронное блюдо Грузии. Вот, они готовятся из чистого мяса, конечно же, с зеленью, с приправами, которые не добавляются у нас в
Пельмени, да? Так, а мясо должно быть как фарш или нарубленным? Рубленное, конечно же, да. И это говядина или что-то, может, смесь какая-то? Нет, это чистая говядина, но готовить можно с разных мяс. С баранины отдельно можно, со свинины, со смешанным фаршем. Но я думаю, что вкуснее будет с чистых. А вот мне интересно, не грузин может приготовить хинкали, как вам кажется? Или хинкали только грузин может готовить? Грузинская душа, да. Приготовить могут все, скорее всего, но так как грузин, его никто конечно не приготовит. Ну вот мы сейчас выяснили, что секрет русской кухни – это широкая русская душа, да, такая всеобъемлющая. Скажите, а в чем ваш взгляд секрет именно грузинской кухни? Ее главная составляющая. Ну, у них все именно на специях, я считаю, что, То конечно. Есть вот этот характер приправа, такой, да, скажем, немножечко с перчинкой, да? Конечно, обязательно. Такое блюдо с перчинками обязательно. Ну, Грузия знаменита еще и хачапури, это не только хинкали. Обязательно, конечно, хачапури это... Первое, наверное, тоже как вот хинкали. Угу. Ни в одном заведении не будет, наверное, грузинской кухни, где нет хачапури. А какие виды, расскажите нам, их уже много, в принципе, да? И в чем их отличие? По-аджарски, конечно же, по-мигрельски. Это вот два, наверное, самых таких пирога хачапури, которые, можно сказать, что самые вкусные. Различия в них, это аджарски, это удочка с яйцом. По-мигрельски это сулгуни, много сулгуни, конечно же. Да. Ну, еще и Грузия, конечно же, знаменита своими напитками, своим вином. Угу. Да, вот, можно ли представить грузинское застолье без вина? Без вина нельзя. И без чачи, конечно. А что еще часто заказывают в ресторане? Какую грузинскую еду? Может быть, мы что-то упускаем, Сергей? Ну, вообще грузины славятся своим именно. Они не только умеют, но и любят грузинскую готовить мясо, да? Ну, у них купаты безупречно готовят. Что там у них кучмачи, чашушули, чакапули, конечно же, хинкали. Они без мяса, у них стол, это не стол. Ну, еще, мне кажется, известны всем грузинские какие-то соусы тоже, вот кисленькие какие-то, с приправами. Кемали, да? Да. Вот кемали, бажа, это, я же говорю, без орехов, без специй у них ничего не проходит. Поэтому все на основе этого и готовится. А мы сейчас пели русские народные песни. Споем ли мы грузинские? Не споем. Ну, вы работаете в грузинском ресторане, вас окружают грузины, я так понимаю, да? И вот как это, какие они, расскажите нам? В чем особенность? Вот почему у них получаются такие замечательные? Вы жили в Грузии, да? Я сама с Грузии, конечно, да. Да, ну расскажите нам немножко. Ну, про их темперамент, про характер. Они дружелюбивый народ, да, веселый, конечно же. Задорный, который всегда сопровождается любой застолье, наверное, песнями, танцами. Конечно, да. Ну что ж, спасибо вам большое за наглядное пособие. Мы также с Альбиной сегодня, я чувствую, будем пробовать всего и по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть, да. Спасибо вам за то, что пришли, и успехов вашей грузинской кухне. Спасибо большое. Спасибо большое. Камила, я думаю, что нам с тобой самое время пройти к нашему повару, к Юрию Тарасову, который уже почти приготовил и украсил наш с тобой завтрак. У нас уже пришел обед, а мы все с Камилой никак не могли дойти до Юрия. Вот видите, гости. И мы до вас вот только добрались, Юрий. Ну вот у вас сегодня будет очень хороший завтрак и обед. Сразу друг за другом, да? Вот у нас получились такие замечательные воздушные оладики, наши родные, которые мы украшаем, получается, ягодами. И у нас что это? Мусс какой-то, да? Чтобы нам было сладче. Да. Ну, как бы у нас возможности нету здесь приготовить свои сливки взбитые. Поэтому мы так. То есть, в принципе, оладьи можно есть с чем ваша душа только пожелает. Да. В отличие от панкейков. Там надо искать кленовый сироп. Да, как мы уже поэтому поняли. Поэтому мы же говорили, что оладушки надо один раз в два раза в неделю. Ой, ну да, в неделю кушать, потому что это очень насыщенное блюдо такое. Да, ну я думаю, кто следит за фигурой, должен... Ну, сегодня у вас праздник разгромить. Да, сегодня у нас гастрономический праздник такой получился. Ну, как-то вот на быстрый раз. Давайте покажем. Спасибо большое, Юрий. Я напоминаю, что у нас в гостях был шеф-повар сети супермаркетов наш Юрий Тарасов, который приготовил для нас вот такой замечательный завтрак. Спасибо вам большое. Ну что ж, Камила, пойдем пить кофе, завтракать. Пойдем, спасибо большое. А у наших телезрителей пока реклама. Пойдем.
Можно любить роллы и пиццу, бургеры, хот-доги, но ничто и никогда не сможет сравниться с горячим, сочным, таким родным фуччаном. Да, про российскую кухню можно говорить бесконечно, но я думаю, пусть это сделает специалист. У нас в гостях действительный член Ассоциации кулинаров России Валерий Абиев. Валерий, здравствуйте. Валерий. Проходите. Ну что, наконец-то мы разузнаем все тайны, которые нас давно волновали. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Валерий, мы очень давно вас ждем к нам в гости. Да. Никак не можем дождаться. И наконец-то, да, дождались. Валерий, ну, вы у нас, в принципе, специалист по осетинской кухне, мы так вас назовем. Скажите нам, в чем же вот секрет этого фантастического вкуса осетинской кухни, ее вот такая родная душа? Если я сейчас скажу, в чем ее секрет, то секрета не будет, да? То к сегодняшней тенденции она относиться никак не будет. Сегодня национальная кухня – это калорийная кухня. То, что сегодня особо не приветствуется. Не любят, да, согласна. И все хотят диетически питаться, много покушать и ничего за это не получить. И оставаться стройными и красивыми. А вчера наша национальная кухня, так, еще раз говорю, это калорийная кухня, она необходима была, потому что быт требовал свое. Вот свое осталось, а быт поменялся. Да. Следовательно, мы сегодня употребляем очень много калорийной еды, пироги, шашлыки, салаты, все. А потом идем на диван. Кто как? Кто-то идет на прогулку, чтобы разгрузиться. Ну, таких у нас сегодня очень мало. Следовательно, секрет в том, что на самом деле это все было очень вкусно, просто и оригинально. А что мы можем назвать вот действительно нашими традиционными блюдами? Да, когда мы готовились к этому эфиру, мы немного запутались в каких-то моментах. К примеру, да? Какие пироги наши? Потому что есть какие-то сходства с соседними республиками. Ну, если рассуждать о сходстве, то у нас очень много чего перекликается. Да, и там, и тут, и везде. Конечно, пироги осетинские остаются пирогами осетинскими, и основоположный продукт и начинка – это, конечно же, наш родной сыр. Осетинский сыр. Это оспаривать никто не будет. Да. А все остальное – это уже репродукты времени, кто на что был гораст, и все это, конечно, менялось. Может, у кого-то было заимствовано. Другое я обсуждать по начинкам не буду. Сыр – это наш натуральный родной продукт и начинка для осетинских пирогов. А можем ли мы говорить, вернее, мне такой вопрос. Я тут вспомнила, что я слышала, что вы собираетесь создать книгу рецептов, да, осетинской кухни. Это правда или нет? Идея присутствует давно, она для меня очень интересная. Потому что, как сегодня многие рассуждают, осетинская национальная кухня бедная, она не бедна. Она отчасти забыта и отчасти ушедшая в прошлое. Вот и разговаривая со представителями старшего поколения, изучая ту или иную литературу, собирается та или иная информация, которая в итоге должна меня привести к хорошему продукту одного сборника, где будут указаны все те рецепты, которые были утеряны, ну, согласно, наверное, того или иного времени. И я считаю, что кухня у нас не бедная, кухня у нас правильная, и она была всегда правильной. И фактор раздельного питания, что является сегодня основным рычагом питания, присутствовало у наших предков давным-давно. И если многие считают, что просто отварное мясо – это не блюдо, то мы можем с ними поспорить. Это блюдо, к которому можно добавить какой-то соус наш. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Следовательно, я всегда за нас. Я всегда за то, что мы не хуже ни одной нации. Конечно. И в этом вопросе не только я, но и многие наши специалисты нашей области могут поспорить. Ну, вы знаете, сейчас вот очень популярно, вообще идет речь о том, чтобы сделать осетинские пироги каким-то брендом, да, что их много, они везде продаются и в Москве, каких только можно не найти, да, с курицей, еще, ну, с чем-то. Да. Как вы к этому относитесь? Для меня это очень тяжелый вопрос и очень трепетный по простой причине.
Была бы моя воля, осетинские пироги, кроме Северной Осетии, угу, нигде не должны производиться и делаться. Что бы мы ни делали, где бы мы их ни делали, какие продукты бы мы ни использовали, у каждой вещи есть определенное состояние. У данного продукта и у данного блюда естественное состояние только дома. Для этого служит основным рычагом наша вода, угу, и наш воздух, и наши родные продукты. И наша душа. Абсолютно верно. Взять все это в той же Москве, но никогда мы этого результата не получим. И мне бывает чуть-чуть неприятно еще что. Пироги сегодня являются для многих просто вкусной едой. Да. Угу. А по нашим традициям и по культуре это не еда, это сакральный элемент, необходимый для вознесения молитвы. Угу. И мы взяли сакральный элемент и перевели его продукт питания, который сегодня доступен абсолютно каждому. Он продается в каждой лавке, в каждом магазине, не думая о том, что наши предки соблюдали определенные традиции при приготовлении этих пирогов, очищали себя морально, очищали себя духовно, и после этого только делали эти пироги, вкладывая туда душу и молясь Всевышнему. Сегодня, к сожалению, этого всего нет. Я же говорю, те труды и те великие залежи знаний, которые были приобретены нашими предками, сегодня все перешло, утильно, как вы говорите, в определенный вот товарный продукт. Да, то есть такой фастфуд. Да. В принципе, как и многие, да, кухни, да, какие-то национальные. Там пицца, еще что-то, они перешли в разряд фастфудов, а хотя являются символом целого государства какого-то, в принципе, это получается у нас. И, Валерий, у меня еще такой к вам вопрос, я вернусь к вашей книге рецептов. Вот в этих своих поисках вы уже обнаружили, поделитесь с нами, какое-то блюдо, которое вот нам всем неизвестно, а вот вы его нашли или пока нет? Нет, таких блюд много, и да? Сейчас их обсуждать, вот опять, если мы говорим за пироги, вот оказывается, был картофчин, да? Да. Но он назывался картгакартофчин. То есть сырой картофель очень тоненько нарезали, и вот как двойной фетчин делают, точно так же его слоями украдывали с кусочками рассольного сыра. И так его запекали в духовку. Туда добавляли даже кусочки говяжьего жира внутреннего и запекали его в духовке. А мне хоть той картгакартофчин. То есть вроде бы ничего сверхъестественного, но его сейчас, как говорится, нет, ну, в нашем рационе он отсутствует. И таких моментов много, очень много. Ничего сверхъестественного и замудренного наши родители, прародители не готовили. Они готовили просто, из оригинально того, что вот есть, и очень вкусно. Посмотрите, сколько трав использовали наши бабушки и прабабушки, которые сегодня отчасти не используются. Основным продуктом национальной кухни являлось что? Кукурузная мука. Просто банальная белая кукурузная мука, которая отчасти уже в Осетии даже и не произрастает. Да. Ее никто не хочет обрабатывать. Это самый, скажем так, ценный продукт, в котором очень много полезного для организма человека, начиная от клетчатки и заканчивая белками. И сколько блюд в национальной кухне, вы даже не представляете, более 20 блюд держится на кукурузе и на кукурузной муке. Это кладезь здоровья, то, что мы сегодня стараемся купить в аптеках, то, что мы сегодня стараемся наработать на так называемых диетах, все находится в одном початке кукурузы, вот которое сегодня никто отчасти и не использует. У нас основной сейчас продукт – это кукурузный чурек, да? Да.
получаемый от белой кукурузной муки. Но отчасти даже кукурузный чурек, который продается практически везде, ну, могу поспорить, что большая часть это не кукурузная белая мука, а всевозможные добавки и желтые кукурузы, и примеси всевозможных непонятно каких продуктов. Следовательно, это все для меня очень важно, и я уверен, и для моих коллег это очень важно. Я говорил и буду говорить, у нас очень здоровая, качественная и богатая кухня. Валерий, спасибо. Мы действительно желаем успехов в той работе, которая вам предстоит. Мы надеемся, что она предстоит все-таки. И мы верим. Представляем, сколько еще интересного мы сможем узнать открытий, из этой книги. Открытий, какие нас ждут. И я верю, что мы сможем все вместе вот так сохранить нашу замечательную осетинскую традиционную кухню. Спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли. Мы будем ждать обязательно вас еще в гости. А я сейчас вам предлагаю нам и нашим зрителям посмотреть небольшой эксперимент. Нашу традиционную национальную кухню пробуют иностранцы. И вот как они на нее реагируют? Давайте посмотрим. Mon nom est Mohamed, je viens du Sénégal. Je suis étudiant à l'université de Ségou. Okay, my name is Pape Souleymane Diouf. I'm from Africa, especially in Senegal. I'm a student in Ségou University. Меня зовут Вепа. Я с Туркменистана, с города Ашхабад. Я приехал в Владикавказ в августе, уже тут, учусь на первом курсе. Меня зовут Руслан, я тоже из Туркменистана, город Ашхабад. Мне очень понравилось здесь, в Владикавказе, это исторический город. Ну, мы только вот пирог пробовали, и пирог понравился. Иногда вот с картошкой любят. С картошкой, с сыром, осетинские пироги. Yes, I think so, the food is very delicious. Очень хорошее блюдо. Она, наверное, съесть мне с картошкой, с сыром. Там картошки есть, наверное, если не ошибаюсь. Нет? J'ai goûté à la nourriture. C'est une très bonne nourriture. C'est délicieux aussi. Ça ressemble un peu aux pommes de terre. Pommes de terre, да. Очень вкусно. Мне очень понравилось. Сразу могу дать 10 баллов. Там есть перец. Да, мне нравится. Вкусно. Да, он чуть острый, но мне понравилось нормально. Я тоже, мне очень нравится, но чуть-чуть salt, да, a little bit. La sauce ressemble un peu à notre sauce qui est dans notre pays. Yes. Она очень острая, очень. Но вкусно. Мне острые блюда, мне не нравится, но все равно блюдо очень вкусное. Ça ressemble un peu à notre nourriture qui est chez nous au Sénégal. C'est délicieux et c'est un peu pimenté. Yeah, it looks like one of our food in Senegal. This with rice and fish. We mix it together and eat it. Дай мне тычок. Я не буду. Я не смогу. Нелли. Ну, вкус нормальный. It smells good. Yeah, it's delicious. На ком там харите, Нура? Как зовут? Хаш. Мне вообще не понравилось, если честно. Но у нас тоже так и делают, но... Вкусные делают, но не такие точно, но вот если кишечник, все там есть. Ну, очень, я думаю, там масла много. Да, да, очень жирное. Да, это вкусно. Да, понравится. Это не первый раз мы кушаем это здесь, в Владикавказе. Осетинский пирог, ну, конечно, довольно хороший, но я первый раз попробовал с сыром сделанный. Он очень понравился мне, но чем вот эти с луком сделанный.
On a déjà mangé ça à la montagne quand on était parti en excursion. C'est très délicieux. Мне нравится. Мне тоже понравилось, даже хоть с луком. Она очень вкусная. Я люблю осетинские пироги. Очень. Как называется? Балджан. Балджан. Окей. Какой балджан? Балджан, а? Ты с вишнями сделаны, да? Мне понравилось. Мне тоже очень. Тесто тоже вот прям сочетается. C'est un plat très succulent. J'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je mange ça aussi, ici à Vladikavkaz. Et aussi, je pense que c'est un peu naturel. Да, да, да. Он первый раз, а второй раз кушает это, но я это первый раз, но мне очень нравится. Это вкусно. Для меня вот осетинский пирог и вот который мы первый раз, первый пирог брали, как называется? Зика. Вот зика, да. Вот эти два блюда мне очень понравилось. Мне осетинские пироги понравились и как десерт пирог. И это острое, которое было. Я не помню название. А? Сахтон. Сахтон, да, очень понравилось. Камила, вот угадай, какое блюдо я сейчас тебе опишу. Да. Круглая лепешка с какой-нибудь начинкой, например, вот с картофелем и сыром. И без нее не обходится такое ни одно мероприятие какое-то торжественное. Подожди, Альбина, не продолжай. Мне кажется, что ответ очевиден, мы только что о них говорили, это осетинские пироги. А вот нет, знаешь, многие, так же, как и ты, вот так ошибаются и путают традиционное балкарское карачаевское блюдо хачан. Я думаю, что об особенностях осетинской кухни мы уже поговорили. Теперь пришло время поговорить о кухне наших соседей. Поможет нам в этом наш эфирный повар, постоянный Эльбрус Албегов. Здравствуйте, Эльбрус. Здравствуйте. Который уже вот почти приготовил для нас хачан. Да. Расскажите нам, вот хачан, что это и как это есть, чем хачан едят? Хачан – это, да, как вы правильно заметили, карачаевское и балкарское блюдо, uh-huh. национальное. И ему уже немало лет. Это блюдо готовится, ну, помимо того, что в кругу семьи, но оно еще готовится для гостей, почетных гостей, uh-huh. для туристов, которые посещают эту республику. Вот. И его, как правило, в переводе означает крест. Uh-huh. То есть его, когда уже приготовят, уже когда подали на, подали на стол, его режут прям вот накрест. На четыре части. То есть если наши пироги традиционные режут на 8 частей, да, то его на 4 части. Угу. Ну, может быть, дело в том, что он меньше? Нет, его, в принципе, можно раскатать так же, как и наш пирог. Ага, то есть он по размеру, да, может быть, разный. Ну, да, они, кто-то меньше его делает, кто-то больше uh-huh. делает. Ну, я вот, допустим, сегодня сделал такой средний. Uh-huh. Не большой, не маленький, такой средний. Uh-huh. В чем особенность? Чем он отличается от нашего картофеля? В принципе, он ничем не отличается. Единственное, там не делают посередине вот это вот отверстие дырочку, небольшое. Uh-huh. Да, то есть он бывает закрытый полностью. Начинка может быть разная, то есть и творог может быть, и мясо может быть, но традиционная классическая начинка – это картофель и сыр, угу. вот, национальный сыр. И зелень, да, вы добавили? Зелень, да, зелень обязательно, потому что зелень, она придает такой специфический вкус. Да. Зелень, укроп, петрушка и зеленый лук я люблю еще добавлять. Вот. Обычно сыра идет больше, допустим, 60 на 40, но кто-то делает 50 на 50. Uh-huh. Я сделал сыра чуть больше. Я тоже за то, чтобы сыра было, да, чуть больше. Да, картофеля чуть меньше. И вот, в принципе, начинки и тесто идет один к одному. То есть, вот, допустим, 150 грамм теста и 150 грамм начинки. А тесто из чего делать? Тесто как? Вот вообще, вообще легкое, бездрожжевое. Uh-huh. А, вот. У нас дрожжевое тесто, кефир. Да? Uh-huh. Ну, кто-то молоко, можно даже на воде. Ну, в то время, кто не мог себе позволить молоко, потому что, я же говорю, ему немало лет, и они делали на воде. Вода, мука, соль и все.
И вот замешивается, оставляется буквально, оно накрывается полотенцем, оставляется на полчаса, и потом уже через полчаса. То есть оно не должно вот подходить? Не, оно не подходит, да. То есть просто вот, чтобы оно подышало немножечко, и через полчаса максимум уже можно делать отдельные шарики, вот то, что было, и потом уже раскатывать. Вот, то, и я так понимаю, раз у нас здесь сковородка, то мы их так условно поджариваем, а не запекаем, как наши сентябрь. Да, еще да, такой принцип хичинов, там три жарки, но классическая на сухой сковороде. Без масла. То есть без масла, да. Ну, кто-то на масле в большом количестве берет, целиком прям закидывает. Вот как, может быть, ну, все, естественно, знают, как узбекский чебуреки, да, то есть закидывают в большое количество масла, и вот он полностью обжаривается. То же самое, один из принципов, да. Но я люблю чисто на сухой сковороде. Так, вот ну когда, давайте посмотрим, как это свернуть. То есть мы вот это вот раскатываем, да, затем берем начинку, ложим и вот так вот соединяем затем. Вот так вот, как наш, пирог, да. Вот так соединяем. Тесто такое потверже, да, получается? Потверже, да, то есть оно бездрожжевое. Но я, честно сейчас говоря... Сейчас практически у нас был большой хинкаль. Да. Вот так вот мы... Ну, принцип тот же самый. Мука, похожий, мука, да. Мука обязательно. Поэтому и путают. Не прилипало, да. Ну, вот. Мы соседи, подглядывали друг у друга. Да. И затем равномерно... Распределяем начинку, да, то есть мы вот так вот раскатываем. Ну да, такой маленький пирог получается осетинский, в принципе. Я, если честно, никогда не пробовала. А ты, Камил? Я один раз была, но я пробовала с мясом. К нему еще подают соус, ну я его называю дзадзики. То есть он делается тоже на основе кефира. Вот, туда добавляется чеснок, единственное еще. Вот, и зелень. Ну, соль, перец. Вот, то есть он у нас уже, в принципе, готов. Такое сопутствующее блюдо. И вот мы его вот так вот кидаем на сухую сковородочку. И поджариваем. И поджариваем, потихонечку. Да. Сколько жарить нужно? Ну, от силы, ну, минут 5 с одной стороны и 5 с другой стороны, да. Ну, вот пока у нас наш хычин жарится, я предлагаю посмотреть небольшой опрос и узнать, что же предпочитают жители нашего города – бургеры или хычины? Хычик, конечно, я жестинка. Не знаю, и то, и другое. Я не любительница фастфуда, поэтому хычин. Ни то, ни другое. Сахараджин. А это по какому каналу меня будет показывать? А, фычин. 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 Фычин, конечно. Смотря когда и где. Фычин. Фычин. Стопудово. Фычин. Пирог с мясом. Конечно, пирог с мясом. А, пирог с мясом. Фычин. Фычин, конечно. Что за вопросы? Бургер. Какой бургер? Вопросов вообще нет. Фычин. Ну что, я предлагаю поговорить еще о традиционных блюдах, которые похожи друг на друга. Вот смотри, к примеру, когда слышишь слово «голубец», сразу же возникает ассоциация с птицей, и это не случайно. Это сегодня голубиное мясо считается деликатесом, а когда-то его, допустим, во Франции, да, его использовали довольно-таки часто из-за своей доступности. Ну, голубя, конечно, жалко, но очень вкусно. Вкус того стоил. Ну, по одной из версий, в старину готовили голубиное мясо в савайской капусте, но и так вот появилось это блюдо, ну, которое мы называем голубцом. Но потом постепенно решили как-то немножко удешевить и стали просто добавлять фарш. Сегодня это одно из традиционных блюд во многих странах Восточной Европы. Но есть мнение, что прародителем наших голубцов также является долма. Фарш, завернутый в виноградные листья. Они были выбраны не случайно из-за своих бактерицидных свойств. Попросту говоря, в виноградных листьях мясо дольше сохраняет свежесть. Кстати, в Армении долма – это одно из самых популярных блюд, и в честь которого даже проводится ежегодный кулинарный фестиваль. Так и называется фестиваль долмы. И вот как правильно приготовить это блюдо, нам расскажет Владимир Мартиросян. Здравствуйте, Владимир. Владимир, ну вот долма, это, можно сказать, такое национальное армянское блюдо. Расскажите нам,
из чего он состоит, как его готовить. И я так думаю, что здесь весь секрет, как правильно это, наверное, завернуть. Все, да? Его легко завернуть, это вообще не тяжело. Нам нужны виноградные листья, фарш говяжий. Желательно лук репчатый обжаривать и туда добавить, мелко-мелко пошинковать, обжаривать на растительном масле. Туда добавляется еще рис. Сырой рис, зелень сушеный, тархун желательный, либо василек. Это все замешиваем. Добавляем соль, перец. Если фарш густой, можно добавить чуть-чуть кипятка, горячую воду. И к этому времени... Сочнее, да, получается? Да, сочнее получается. И можем уже начинать приготовить наше армянское блюдо долму. А вообще, в чем особенность армянской кухни? Чем знаменита армянская кухня, кроме вот долмы? Кроме долмы у нас популярно? Есть еще много очень вкусных блюд. Один из них считается гапама. Это запеченная тыква с медом. Внутри рис, сухофрукты. Запекается в духовке в течение 40-50 минут. Тоже подается в огне и... Ну, полезно очень. Ну, я думаю, все мы знаем армянский лаваш. Он действительно армянский? Вот почему так говорят? Или это ваше блюдо? Потому что армяне это сами первые сделали армянский лаваш. Пускай многие народы это не говорят, что это их. Это наше, то есть и долма многие могут сказать, это наше. Ну, нет, армяне это древний народ. Я считаю, что это они сделали. Не считаю, я знаю, что это они сделали. Конечно. А как подготовить листья? Листья бывает можно в свежем виде, можно мариновать, они держат для, ну, зимой, чтобы делать их. Свежие берем, в горячем кипятке оставляем чуть-чуть. Они размякают? Да, мягкие становятся. Можем показать, чтобы видно было для всех, как готовится наша армянская долма. Давайте приступим. Ну и пока мы вот начинаем готовить, я предлагаю сейчас немножко прерваться и посмотреть еще один интересный опрос. Давайте посмотрим. Ну вот для меня, я считаю, имбирь очень полезный продукт, лимон считаю полезным продуктом, яблоки. Яблоко, морковка, мясо. Лайм. Ананас и кокос. Ну, я люблю помидоры, огурцы, овощи. Я больше предпочитаю овощи, мясо. Мясо. Полезно, шоколад полезен. Мандарины. Не нравятся, не знаю. Яблоко, груши. Хлеб, конечно. Ну, не знаю, и фрукты. Ну, творог. Ну, вообще овощи. Так, если подумать. Овощи, рыба, там, ну, да, мясо. Злачные, наверное, какие-нибудь мясо. Ну, яйца, белок. Яблоко, яйца, хлеб. Яблоко, морковка и груши, наверное. Морковка, гранат. Бананы люблю, персики люблю и арбузы люблю. Которые приготовлены дома. Овощи, конечно, фрукты. В общем, продукты, в которых содержится много витаминов и полезны для здоровья. Наверное, салаты. Вообще зелень, но все-таки лучше фачен. Фачен, конечно. А, наверное, фрукты. Самый полезный, да, гречка с грудкой. Овощи, фрукты. Вот это самое полезное. Овощи. Полезно? Фрукты, овощи. А мне, знаете, что интересно, Валерий? Вот виноградные листья не в любое время года можно найти, в принципе, да? Вот заранее их, наверное, собираете и храните. В банках можно мариновать и держать. И для зимы можно открывать банку, и можно в сухом виде его держать, можно в мариновать и держать. А мы с Альбиной переживали, можно ли уже делать долму? Да, она да. Может, она всесезонная. В принципе, да, потому что всегда запасают. Армянский народ знает, как нужно поступать. В любое время заходите в гостиницу Владикавказ, ресторан Купрум, и всегда мы готовим. Попробуем армянский. Также привет и передаю для всех наших коллективу гостиницы Владикавказ. Привет. Итак, хочу показать, как заворачивается наша армянская долма. Вот так, крупному. Такой маленький голубец получается. Если хотите большой, чтобы он у нас получился, можно поставить просто двойную листь и побольше фарша. И он будет более длинный и более крупный. А вообще,
вы пробовали же, наверное, и наши голубцы, да? Конечно. Вот мы не пробовали долму, поэтому мы с Альбиной не можем сравнить. Как на ваш взгляд, они похожи? Нет. Нет, да? У него другой вкус. А здесь, который готовится, это вообще другой вкус. И вкус придает, я думаю, вот этот как раз лист. Да, это очень вкусно и полезно. Можете всегда попробовать. Кстати, и вот теперь нам нужно это отправить запекаться, да? Да. В духовку? Не в духовке. Его надо варить. Варить в воде. Да. В течение 35-40 минут он варится. Главное, чтобы рис внутри сырой не остался. Я вот смотрю, у нас какой-то соус, да, специальный? Да, это соус у нас. Вообще идет туда мацуни с чесноком и укроп. А если мацуни нету, можно сметану с чесноком смешать, вот смешать, да. Кстати, я еще слышала, что в листе виноградном фарш хранится намного дольше. Дольше, да. То есть, дольше. Помимо того, что много полезных свойств, еще и сохраняет свой вид. Да. Надолго. Да, надолго. Валерий, спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо, что поделились секретами армянской кухни. Вот у нас уже готовое дома. Замечательное блюдо для нас приготовили. Вам будем ждать спасибо. Вас обязательно в гости. Успехов обязательно. Вам. А, Камила, я тебе предлагаю пойти сейчас и посмотреть на нашу мини-кухню. Ага. Что получилось готов у Эльбруса? Готов или нет? Да. Готов. Румяненький. Так, и я так понимаю, Эльбрус, мы потом это смазываем маслом, маслом, да? Каким-то топленым. Сливочным, да. Можно не растапливать, можно его прям так, а можно, естественно, да, растопить его так, потом кисточкой аккуратно смазать. Эльбрус, на ваш вкус похоже на наш пирог? На картофчин похож. Похож, да? Да, если убрать зелень, то это вот картофчин. И как вот это нужно? Как вам кажется, какие-то сопутствующие блюда к нему нужны или можем вот... Ну вот только что вы говорили за долма, то есть к нему подается соус на основе мацони, да, то есть вот к нему, я же говорю, можно тоже сделать дзадзики, как я до этого говорил. Ну, любую сметану, майонез, аджику, то есть вот к этому все подойдет. Да. Эльбрус, мне интересно, какая кухня, какой страны ваша любимая? Вот мы сегодня какие только французское и любимое блюдо? Ну, у меня однозначно нельзя ответить на этот вопрос. С тем, как Эльбрус вкусно готовит, я думаю, любое любимое. Ну, я, честно говоря, люблю классический круассан. Угу. Как то и мы сегодня с Камилой тоже с него начали. То есть классический круассан почему? Потому что с ним можно любую добавку к нему и добавить. И сладкое, и не сладкое. И сладкое, и не сладкое. То есть это и завтрак, и обед, и ужин. А вот в французской кухне вам что нравится? Ее лаконичность такая какая-то? Утонченность или... То есть здесь тоже, знаете, она однозначно нельзя. Французская кухня, она считается очень разнообразной. То есть она богатая по соусам. То есть, вот, допустим, можно сделать один соус, и вот на основе этого соуса можно сделать 5, 10, 15 соусов. То есть, я же говорю, она настолько интересная, настолько разнообразная, что чем дальше, тем бывает интереснее. Это одна из лучших, высокая кухня. Высокая, то есть все направления... Не зря же там все звезды Мишлен собрались. Все направления пошли уже именно от французской кухни, да, поэтому я же говорю... Ну, спасибо вам большое, Эльбрус. Мы очень любим нашу вот эту рубрику. Ждем вас сюда в гости. Спасибо вам большое. Ну что ж, а у нас сейчас небольшая рекламная пауза, а после мы обязательно вернемся. Пицца, паста, моцарелла. Ласкающая слух гастрономическая мелодия. Сочинили ее в Италии, в стране, где нет города, который не считал бы себя кулинарной столицей. Но есть одно блюдо, которое по популярности не обойти никому, разве что папе римскому. Это горячая уроженка Неаполя, настоящая мировая звезда, итальянская пицца. Самая известная – это маргарита. Помидоры, сыр, базилик – три цвета итальянского флага. Итальянская еда – это наука, история и искусство в одной тарелке. В ней вы найдете спагетти, феттучини, болоньезе. Как не запутаться во всем этом многообразии итальянских макарон и приготовить настоящую пасту альденте, нам расскажет Ангелина Бурнацева, владелица итальянским рестораном. Здравствуйте. Здравствуйте, Ангелина. Здравствуйте, здравствуйте. Ангелина, мы знаем еще одну вашу тайну. Мы, насколько мы знаем, ваш супруг итальянец, еще и шеф-повар вашего ресторана, правда? Это абсолютная правда. Да, но я думаю, вы уже пропитались. От вас никаких секретов не скрыть. Да, от вас не скроешь. Пропитались вот этой итальянской жизнью, итальянским настроением и духом.
Ну, на самом деле на итальянскую пасту претендуют очень многие. Китайцы говорят, что это они были за родителями пасты. Арабы говорят, что это были они. Но, естественно, я придерживаюсь итальянского мнения. Но мы-то знаем правду. Все дороги ведут в Рим, и паста. Пасту истину мы найдем там. Ну, на самом деле есть очень многие факты, подтверждающие, что даже в Древнем Риме уже были макароны, ну, из таких, скажем, перемолотая пшеница с водой, но она уже в каком-то виде, тем не менее, присутствовала. А вообще, вот чем отличаются макароны от пасты? Вообще, паста – это все, что является макаронными изделиями, это и есть паста. Это и есть паста. А макароны – это одна из разновидностей. Несколько тут видов пасты. Вот них всегда очень сложно запутаться, знаете, вот их много названий, ты приходишь в какой-нибудь кафе или ресторан и думаешь, что же вот это значит, разные какие-то фетучини, еще что-то. Вот фетучини – это название самого блюда или вот разновидности вот этого макаронного изделия? Фетучини – это одна из разновидностей пасты. Она в основном бывает яичная паста. Вот. Она 7-миллиметровая. Также есть тальятелли. Она очень, скажем, схожая с фетучини, практически то же самое. Только она широкая и плоская, да? Да, она широкая, плоская. Они как гнездышками бывают, такая, в форме гнездышек. Она есть 7-миллиметровая, есть 5-миллиметровая. Вот и все различие, пожалуй, между ними. А так просто яичная паста. А спагетти? Что ж тогда такое спагетти? Спагетти мы вам сейчас покажем. Вот одна из разновидностей, опять-таки, спагетти, потому что они есть разных форм, разной толщины. Они идут многие даже под номерами. Есть спагетти классические, я вам вот их сегодня принесла. Мы их видим в таком виде, раньше они были немного другой формы, то есть они спагетти, скажем так, означали веревка, да? Они были 50-сантиметровые в длину, а сейчас до нас они дошли вот 25-сантиметровые. И такие макароны, я уже путаюсь немножко в этих названиях. Да. Мы готовим обычно с чем? То есть какую? Вообще спагетти зародились в Неаполе, в солнечном нашем любимом Неаполе. Вашем любимом, да? Да, таким теплом. Мы о нем только мечтаем пока. Родным Неаполем, да. И, естественно, с томатным классическим соусом и базиликом. Так, дальше какие у нас идут макарошки? Дальше я принесла здесь фарфалли. Фарфаллина – это значит бабочка на итальянском. Оттуда мы покажем форму бабочки, фарфалла. Вот. Из какую пасту готовим мы вот с такими? Обычно такую пасту мы готовим с овощами, с, скажем так, с горошком, с индейкой. Так, вот. И вот эти? Это ригатони. Называются они так из-за полосок, которые мы видим, проходят во всей длине. Знаете, вот по-русски трубочки просто, вот когда приходишь в магазин, называешь. Большие трубочки, это маленькие ригатони. А есть еще букатини, они как спагетти, только они толстые, и внутри тоже дырочка проходит. Ага. Да. А самой можно приготовить? Вот вы в ресторане готовите сами спагетти, макароны? Мы готовим пасту. Домашнюю пасту в виде и равиоли, так как равиоли тоже является пастой. Мы готовим тальятелли, мы готовим много домашней разной лапши, но хранится она один день, поэтому пока не очень выгодно, не да, очень, готовить. То есть да, для своего, есть для дома немножко можно для да? постоянных посетителей наших, конечно, мы всегда рады. Делаем да, свою домашнюю пасту. А в чем секрет? Вот все говорят, вот мы так тоже козыряем этим словом альденте, да? В чем же секрет этой пасты альденте? Альденте называется паста, которая правильной проварки, которая правильно готовится, и она должна быть альденте немного, ну, как бы сказать, оставаться сыроватой, оставаться на зубах, поэтому альденте, денте – это зубы, все знают, поэтому вот, немного сыроватая, поэтому у нас не привыкли к такой, но мы надеемся сейчас как-то это исправим. Уже, да, замечательно. Ну что ж, Камила, мы с тобой все равно немножко путаемся, да, вот паста нас запутала. Можно же одним словом назвать паста, да? Мы можем назвать, потому что ее столько разновидностей, что запомнить вообще невозможно, а приготовить соусов и разных вариаций столько, что даже не каждый итальянец знает и пробует.
попробовал все виды итальянских. Mm-hmm. Так что мы себя тоже за это не ругаем. Соусов и всего прочего, да. Спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли, вот поведали нам секреты этой прекрасной кухни итальянской. Ну, как мы уже сегодня говорили, многие национальные кухни, они выходят, так скажем, на улицу, да, и становятся стритфудом, вот как пицца. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет о стритфуде, о уличной еде в нашем городе. Давай. Стритфуд-индустрия сегодня вырывается на передовые позиции. Быстрый и вкусный перекус прямо на улице, удобно и экономит время. Буквально за пару лет в нашем городе появилась целая россыпь подобных заведений. Тут вам и хот-доги, и картошка фри, и бельгийские десерты, и мороженое, и даже всеми любимые пончики. Все мы в детстве смотрели «Симпсонов», не так ли? Прямо в центре города не так давно появилась стритфуд-точка, вдохновленная культовым мультсериалом. Политые шоколадом, с джемом, карамельные. Это настоящий пончиковый рай. На улицах города всегда можно найти сопутствующий товар. Пончики невозможно представить без ароматного кофе. Для этого вам не придется отправляться в кофейню. Напиток можно взять прямо на улице. Технология варки такого кофе ничем не отличается от ресторанной. У нас нет официантов, которых надо обучать, как разговаривать с гостями, что предлагать, что к чему, там, какой сироп с каким кофе, какие добавки можно сделать. То есть мы сами предлагаем, и это намного легче, чем обучать официанта и думать о том, что он сказал им, или что именно гость хочет. Например, гость может сидеть за 3 километра от твоего бара, а ты даже не знаешь, чего он хотел, и официант может даже не передать словами, чего именно хотел гость. Стритфуд-сегмент не игнорируют и крупные рестораны. Если раньше из маленьких фургончиков вырастали целые сети, то сегодня наблюдается обратная динамика. Кафе и рестораны создают свои мини-версии. В последнее время стритфуд-индустрия вышла на новый уровень развития. На улице можно купить что угодно. От необычных форматов до классических, будь то кофе или картошка фри. Один из главных трендов этого лета – дыхание дракона. Классические кукурузные палочки поливают жидким азотом, температура которого минус 196 градусов. Подобное сочетание жители города встречают впервые. Мы не смогли удержаться и сами приняли участие в приготовлении необычного блюда. И при той температуре, которая у нас сейчас на улице, они будут очень сильно дымиться. От этого и название – дыхание дракона. Попробуйте размешивать его равномерно, чтобы они одновременно заморозились везде и всюду. Отлично. Думаю, они готовы. Сейчас посмотрим. Итак. Стритфуд на сегодняшний день чуть ли не главный ресторанный тренд. И, судя по всему, уличная еда еще не раз удивит даже самых искушенных гурманов. Ну что ж, как мы выяснили, итальянцы не единственные, кто претендует на первенство в изобретении, вот так скажем, макароны лапши. Считается, что макароны были известны еще в Китае за 5000 лет до нашей эры. Uh-huh. Чуть позже о лапше узнали и японцы, которые позаимствовали у китайцев ее рецепт. Кстати, сегодня это японское блюдо стало фастфудом. Да. И обычно удон подают в небольших картонных коробочках, что позволяет есть ее на ходу. Что очень удобно, да, да, для фастфуда. Mm-hmm. Существует невероятное количество разновидностей удона, и обо всех ее разновидностях, особенностях национальной кухни Японии мы поговорим с поваром Валерием Вязровым. Валерий, здравствуйте. Валерий. Проходите, присаживайтесь. Спасибо, Валерий, что пришли. Ну скажите, как вот вы так выбрали такое необычное направление, как японская кухня? Как вы к этому пришли? Очень интересно. Это изначально было... В 2004 году, я как сейчас помню, работая в одном из ресторанов нашего города, нас отправили на стажировку в Москву. И вот оттуда во все и началось. Вот это пристрастие к паназиатской кухне, интерес очень большой, очень понравилось. И вот из 15 лет своей карьеры поварской, да, лет 8 я непосредственно занимался паназиатской. А что именно вам так понравилось? Что вас так зацепило? Ну, там очень важно соблюдать пропорции, да? Пропорции, да. Вот даже многие, да, как у нас есть доставки в нашем городе, не только в нашем японской кухне. У нас как? Любят побольше туда наложить, чтобы они были очень большие, там, визуально выглядели как шаурма, грубо говоря. Эти роллы те же самые. Вот. А там очень важно, чтобы при
приготовления этих блюд соблюдалась норма закладки, которая должна быть, чтобы когда человек кушал, он чувствовал каждый ингредиент, составляющий этого блюда. Это очень важно. Вот в паназиатской кухне это очень строго должно соблюдаться. То есть, вот, мне кажется, это как раз характерная такая черта для народов, для японцев, китайцев. Вот это какая-то размеренность, утонченность и четкое соблюдение действий, каких-то вот норм. Да? И вот это свойственно и кухне. То есть вот как передается, да, какая-то культурная составляющая и в кухню народа. А если мы говорим про лапшу, да, лапшу быстрого приготовления, неважно, фастфуд. Сейчас мы разговаривали о том, что это исконно итальянское. Да, вот итальянцы оспаривают. Итальянцы, да, уверены, что это их выдумка, да. Скажите, как вы считаете? Ну, паста у итальянцев, она совсем имеет другое значение, нежели в паназиатской кухне. Способы приготовления у нее тоже разные. Вот. Там в основном в паназиатской кухне используется рисовая лапша, гречневая лапша, это удон, соба, фунчоза с крахмала, которая сейчас делается. Очень популярна. Да, да, она как бы вот если брать фунчозу, то она используется так и в горячих блюдах, так и в холодных салатах, закусках. Вот. Очень она востребована, эта паста, ну не паста, будем говорить, лапша. Так как у нас сейчас фастфуд очень быстро распространяется, да, прям вот молниеносно, можно так сказать. Лапша в коробочках всегда была удобна. Она и проста в приготовлении, и времени мало занимает, поэтому и вкусно. И, в принципе, мы можем говорить, что это довольно некалорийно даже. И, насколько я понимаю, фунчоза кажется вообще такой невесомой какой-то, такой прозрачной, легкой. Как ну, если, да, она так и называется, прозрачная лапша. Да. Стеклянная ее называют, правильно. Вот, она делается из крахмала. Вот, и как бы ты ее поедаешь, даже не замечаешь. Да. Она такая легкая, вроде бы там и составляющие разные бывают, начинки, там овощи, мясо, там курица, рыба, морепродукты. То есть можно варьировать, как хотим, да, в принципе? Да, но здесь самое главное в этих соусах, хочу, в этой лапше. Соус. Да, это соус. Это терияки, мы знаем, да? Терияки, да, это сладкий такой соус, как бы, ну сейчас у нас в основном многие повара не пользуются готовыми соусами, которые сейчас на рынке очень много всяких различных. Вот. А если брать, допустим, правильное приготовление, да, то, соответственно, лучше самому делать. Там разница очень большая и колоссальная. Поэтому в таких популярных заведениях, где шеф-повара сами готовят соуса, эти они никогда никому не рассказывают и не показывают. Не знаю, вот вы говорили про то, что фунчоза очень легкая и невесомая, но, допустим, другую лапшу, которую я пробовала, удон, она мне показалась очень тяжелой, очень калорийной, такое сытное очень блюдо. Это рисовая, да, я так понимаю? Да, это рисовая лапша. Она тоже бывает вот разных размеров. Она бывает и круглая, как вот спагетти, допустим. Есть тоже как немножко, да, плоская, да. Кто-то сами ее делают, эту лапшу, ну, собственного приготовления. Цвет разный меняют этой лапши. Вот. Также она бывает с различными начинками на любой вкус. И цвет, и цвет, так, да, и соуса. Бывает даже вот, ну, гость подходит и сам может собрать свой... Какая лапша, какой соус, да, начинку, составляющую лапши. Свой удон, да? Да. Спасибо, Валерий, что к нам сегодня пришли и окунули нас в японскую, в паназиатскую кухню. Мы будем обязательно вас ждать в гости еще и обязательно как-нибудь побалуемся с Камилой вашими блюдами. Спасибо. Хорошо, вам большое. Спасибо большое. Камила, да, ну что, мы сегодня с тобой вот так путешествуем. Да, еду мы очень любим. Мы сделали из нее культ, и она, вот знаешь, как наркотик, держит нас на крючке. Она дарит нам радость, удовольствие и жизнь. Да. Если у вас возникает вопрос, есть или не есть, можете смело и не задумываясь отвечать «да». Ну что, наше гастрономическое путешествие подошло к концу. Это было дневное шоу «Канарейки». Ну что, увидимся во вторник, а мы побежали все, пробовать все то, что нам сегодня принесли. Будем кушать. А вы до свидания.